известный врач и известная цитата. Согласится ли наш герой с мнением классика? Или предложит свой вариант? Доктор, что вы об этом думаете? Ведущая – кандидат медицинских наук, эксперт по вопросам эстетической медицины, глава компании «Клавермед» Ольга Засеева. Очень интересное изречение Эрика Клэптона. Блюз – это песня о мужчине, у которого нет женщины. Эрик Клэптон – это мой кумир. Безумно люблю. Ты оперируешь под музыку или ты оперируешь в тишине? Достаточно долго оперировал, слушая музыку. Я не слушаю классику. Чаще всего это блюз. Очень ненавязчивый. Как раз Эрик Клэптон достаточно часто звучит, да, в нашей операционной. Но если какой-то трудный случай, то, конечно, никакой музыки. Должна быть полная концентрация. А все-таки музыка отвлекает, да? Бывает ситуация, когда она может раздражать. Тут ведь должен быть консенсус. Музыка должна нравиться всей бригаде. Согласна. Но тогда в этом варианте, потому что мне кажется, что блюз, мне тоже очень нравится блюз, но если я буду сравнивать блюз с работой в операционной, то я бы сказала, что блюз – это вот рассусоливание. Мне кажется, музыка должна быть динамичной. Я понял вопрос. Да. Наверное, это не для меня. Я не скоростной хирург, мне не надо подгонять. Я все же как-то за большую деликатность, наверное, в работе, в обращении с тканями. Поэтому нет никаких маршей. И ACDC я не буду слушать в операционной, наверное, после окончания рабочего дня. Да. Я бы, наверное, перефразировал это так. Блюз – это песня хорошего человека, которому плохо. А плохо без женщины, без вина. Или просто плохо. Или просто плохо.